Любимое пиво Путина. И действительно, это не секрет. В одном из интервью наш президент назвал бренд пива, который с удовольствием пьет. Радеберга. Да, я люблю, но стараюсь пить его поменьше, потому что от него... И это немецкое пиво Радебергер. Пиво представляет из себя классический немецкий пилзнер, алкоголь 4,8. В бокале мы тоже видим классический немецкий пилзнер, легкое прозрачное пиво. Сладковатый запах, в нем чувствуется немного хмеля. По вкусу пиво представляет из себя довольно горький классический пивас, ровный с небольшим хмелевым послевкусием. Это послевкусие хочется либо запить еще одним глотком, либо чем-то закусить. А поэтому пиво прекрасно подойдет под еду. Сказать, что оно стоит своих денег, а продается оно у нас в магазине стоимостью около 200 рублей, я не могу. Однако рублей за 120-130 это пиво вполне себе дармас.